Ассаламу алейкум. Сфоткать. С приездом, Димаш, вас. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Можете дать автограф на... Здравствуйте, это я, Айди Лима. Можете автограф... Вы знаете, каждый концерт, в котором мы участвуем, мы ведем статистику. И знаете, последние данные показывают, что один из последних концертов собрал зрителей из почти 80 стран. Подумайте, да, в одном стадионе собрались люди из 80 стран, представителей разных культур. И вот для меня этот образ стадиона с таким количеством зрителей — это образ большой семьи. Я испытал неописуемое чувство. Я рад, я благодарен Всевышнему, что у меня есть такая возможность сближать людей, собирать их в одном месте, культивировать добро. Каждый мой шаг я чувствую, что за меня молится мой народ, и не только мой народ, мои фанаты во всех странах мира. И за это я им очень благодарен. Здравствуйте, друзья. Димаш, Ташкент. Это было вчера. Что хочется сказать по этому поводу? Шок. Я первый раз такое слышала, чтобы мужчины кричали во время исполнения. Причем громко и видно же не для того, чтобы развеселиться, а потому что не могли сдержать эмоции. Димаш поет «Сос». Все слышат его живой голос, а некоторые впервые слышат его живой голос. И, конечно, культурный шок, прозрение некое, что ж такое искусство, какую силу оно несет, было для многих, потому что были те, как я читала комментарии участников этого молодежного фестиваля, кто впервые слышал живой голос Димаша и считали, что преувеличена его популярность, его превозношение. Теперь это был шок. Посмотрите, как реагирует публика, как встречают Димаша, как встречают его образ, его самого, его голос, потому что это все едино в нем и неразрывно, потому что он не создает какую-либо картинку. А сам он является этим образом неподражаемым. С большим сердцем, красивейшим небесным голосом, друзья. Ну как здесь не быть культурному шоку? Давайте посмотрим отрывки, произведения и надеемся и ждем, что все, что мы услышали с вами и в выступлениях в Алматы, и здесь, в Ташкенте, будет на официальном канале нашего любимого артиста, великого маэстро, профессора, учителя Димаша Кудайбергена. И если я не ошибаюсь, написали, дорогие из Казахстана, что Димаша представили в Алматы как Мурзы. Мурза – это древний титул, которым обращаются к человеку, имеющему колоссальное влияние на общество. И не только сейчас, в данный момент, а уже на века. Димаш Мурза. Это обращение говорит о том, что признают его как великого учителя и на родине. Знание человека, что он имеет огромное, колоссальное влияние на общество, друзья. Конечно же, шикарный костюм, который шился вручную, расшивался дорогими. Великолепный, строгий и в то же время феерический образ Димаша. Он нас вводит куда-то в космос. Мне кажется, что все планеты должны кружиться вокруг вот такого искусства. И тогда никогда не будет ни войн, ни разочарований, ни горя в нашей Вселенной. Еще раз скажу, поразило, сколько мужских голосов кричало на этом концерте. И вот в данном случае волонтеры, которые поставили вокруг сцены в большом количестве, не дали пройти Димашу именно к дорогим, к зрителям. Хотя он пытался проникнуть, просочиться, как обычно. Боялись за его безопасность, что можно, конечно, тоже понять. Друзья, еще хочется обратить внимание на балет, на танцоров, которые сопровождали исполнение Димаша «Сос». Димаш исполнил всего две песни «Уикенд», «Бурака» и «Сос», свою легендарную песню «Сос». Был балет, и мне показалось это очень органичным. Танцоры буквально вписывались в атмосферу неземного землянина, его голоса. И, конечно, нельзя не сказать еще об одной шикарной новости. 4 июля
Где-то с 7 вечера до 8 вечера по времени Нью-Йорка Димаш будет принимать участие в японской радиостанции, в вещании японской радиостанции, в роли пикап-артиста и исполнит 3 песни. «Stranger», «Когда у меня есть ты» и, как написано, «Где живет любовь», и, может, неверный перевод. Друзья, совсем скоро будут эти события, целый шквал событий, потому что Димаш сам вселенское событие. И, конечно, спасибо огромное, благодарность дорогим за предоставленные кадры, видео, фотографии, материалы о нашем любимом артисте. Спасибо большое. Как это здорово, когда нас так много, и мы, дорогие, во всех уголках вселенной, и Димаш не ускользнет от нашего взора. Я имею в виду, конечно же, его творчество. До скорых встреч. Они уже совсем-совсем не за горами. Обнимаю. Елдеріңіз дами берсін, өркендей берсін, Қазақстан мен Өзбекстанды.
өзгер жақта болуыңыз, жақта беріңіздер, дамы беріңіздер.